Приветствую, друзья! Приветствую, коллеги! Сегодняшнее видео мы решили посвятить одному из ICO проектов. Почему так? Я уже говорил неоднократно в видео, что ICO проекты в принципе нам не чужды. И команда наша постоянно практически находится в поиске тех перспективных ICO проектов, которые действительно дадут, во-первых, являются, во-первых, надежными. Это первое. Второе. Действительно, дадут несколько иксов и уверенно, четко, и есть понимание в их технологии, в их будущности и вообще состоятельности. Одним из таких проектов, который вот на сегодняшний день для меня является наиболее перспективным, и я в нем обязательно приму участие, это проект называется Банкера. Вот их сайт, я специально включил русский язык, у них есть несколько языков, итальянский, немецкий, английский, в том числе русский, это очень удобно. Что это за проект? Ну, прежде всего, проект связан с банковской деятельностью, и не только с банковской, он связан с деятельностью перехода банковской сферы на технологию блокчейн. То есть это именно тот переходной этап, который сейчас, я считаю, что будет наиболее перспективен. Почему? Все мы уже видим, что блокчейн не остановит, технология развивается, монет очень много. И сейчас действительно становится проблемой перевести блокчейн-технологию и токенизацию, так сказать, да, из банковской сферы, либо же в банковскую сферу ее ввести, либо же вывести наоборот фиатные деньги из банковской сферы, перевести в криптоденьги, в криптовалюты. Это видно, эта тенденция уже начинает набирать обороты. Мы помним с вами, что есть те же монеты Ripple, да, которая связана, но вроде бы и не криптовалюта, но вроде и как и не банковская сфера, да. То есть есть вот такие вот проекты, которые уже сейчас на данный момент пытаются с банками, ну так скажем, конкурировать, и не просто, или дополнить, перевести как-то, совместить эти две технологии. И вот такой проект представлен в виде вот Банкера, в виде этого проекта Банкера. Сейчас еще осталось 10 дней, мы можем участвовать в ICO этого проекта, но это второй вопрос, на котором я остановлюсь. Первое, прежде всего, что нам необходимо знать об этом проекте, это, конечно же, те признаки, по которым стоит ли вообще обращать внимание на какой-либо ICO проект, либо же нет. Я хотел бы перечислить эти признаки и посмотреть, как эти признаки работают на проекте Банкера. Первый признак – это комьюнити, то есть сообщество. Есть ли те люди, которые поддерживают этот проект, либо здесь есть 20 участников, которые внесли по $10, и вот этот проект начинает свое существование. Итак, мы видим, что участников у нас 88 434 человека. То есть 88 тысяч человек поверили в этот Банкер, в этот проект и принесли сюда свои деньги. Сколько собрано, мы видим, что есть, во-первых, есть в проекте конечная сумма, это 177 миллионов евро, и 106 из них уже собрано, то есть эти деньги уже есть. 106 миллионов, достаточно приличная сумма для того, чтобы иметь какие-то амбиции и реализовывать определенные проекты, тем более в банковской сфере. Этот проект рассчитан все-таки на выпуск банковской карты, вот как вы видите, да, здесь, да, в ролике это и мобильное приложение, и банковская карта. То есть с помощью банковской карты вы сможете, ну то есть карты Банкера, вы сможете менять ваши криптоденьги на фиат и на, скорее наоборот, то есть с помощью какого-либо сервиса. К нему мы сейчас тоже дойдем. Итак, сообщество, 88 тысяч человек. В White Paper, когда я открыл, то я увидел, что инфраструктура на самом деле не ограничивается этой цифрой. На самом деле команда уже имеет действующий бизнес в виде Spectra Coin. Это не перепутайте, это не монета, это обменник. И количество участников в этом обменнике достигает, вы не поверите, но это 750 тысяч клиентов. Компания выпустила уже на данный момент 65 тысяч карт. Это достаточно серьезное количество, то есть это уже очень серьезная заявка на то, что будет серьезное развитие. То есть во всяком случае 88 тысяч участников проекта, которые вложили сюда деньги, уже заинтересованы в росте этого токена. Токен будет называться Bankers и тикер иметь BNK. Вот мы видим, да?
это название. То есть 88 тысяч участников человек уже будут заинтересованы в том, чтобы Bankers рос. Это серьезная заявка, как ни крути. Далее, давайте посмотрим на roadmap. Что сделано, какие планы и что уже, то есть на что вообще рассчитывать. Первое, развитие инфраструктуры, уже остановились на этом. Действующий бизнес, SpectraCoin, 750 тысяч участников. Вот какие фиатные деньги возможны к обмену. Здесь представлено также, то есть платежные системы, на которые происходит вывод. Как вы видите, возможен депозит и в Visa, и вывод возможен на SEPA, возможен на Payeer, Cash и так далее, OkPay, Perfect Money и так далее. То есть огромное Skrill и так далее. Большое количество вывода есть и в фиатных деньгах, а также вы можете здесь все обменять. То есть нормально доступный сервис. Есть такое дело. Далее. Что еще есть? Предварительный ICO. Было собрано 25 миллионов евро в рамках предварительного ICO. Это достаточно серьезно для того, чтобы реализовывать определенные проекты. Это показатель того, что да, действительно произошло очень хорошее событие. То есть 25 миллионов евро предварительно было собрано. 16 тысяч участников участвовало в pre-ICO. Далее, в течение 2018 года, значит, внедрение электронных денег, вернее, уже завершено внедрение электронных денег, то есть они сейчас вводят токен Bankers. Первичное предложение монет, мы сейчас имеем шанс поучаствовать в этом самом ICO. В 2018 году, как вы видите, будет запущен обменник Bankera, вот как он выглядит, это уже готовая страница, она уже есть, она уже существует, то есть это уже готовый бизнес, это готовое представление, то есть оно уже существует, осталось только его запустить, это не то, что страница будет создана, она уже есть. Далее. Открытие банка. Команда уже приобрела банковскую лицензию. В 2019 году будет открывать свой собственный банк. Соответственно, те имитированные карты, которые мы видим здесь, будут подтверждены также и банковским участием. В дальнейшем инвестиционные решения наиболее выгодные, ну и, конечно, внедрение новых типов денег. Для того, чтобы поучаствовать в этом ICO, необходимо пройти простую регистрацию на SpectraCoin. Ссылка будет, конечно же, в описании. Регистрация очень проста. Привязать свои, можно сюда, кошельки. Естественно, ребят, ни в коем случае не сообщайте никаких персональных там паролей. Это запрещено. Привязать сюда, возможно, кошельки, карты и вести, и поучаствовать в ICO. Далее. Будет, команда предоставляет достаточно интересный бонус. Интересный в плане чего? Это бонус в небольшие деньги, но это каждому держателю токенов Bankers будет предоставлена бонусная программа, не то чтобы бонус, а все держатели токена получат реферальные выплаты в виде процента от прибыли компании, что в принципе правильно, что во-вторых, это справедливо, правильно. И главное, это не какие-то заоблачные обещания, знаете, там, мы вам будем выплачивать огромное количество денег, только придите к нам. Нет, там есть приведенный пример, то есть, ребят даже привели пример, что тот, кто держит, допустим, там 1 миллион Bankers, да, получит где-то порядка 80 евро. Команда молодая, ребята работают, то есть что-то сказать, то есть люди 5 лет уже то есть 5 лет уже занимаются в этом бизнесе и, соответственно, особо нигде в других проектах замечены не были. Кто в Advisors? Advisors Лон Вонг, это президент фонда NEM, одной из таких ключевых фигур. Ну и остальные, есть поддержка от Европейского парламента, то есть это достаточно серьезные люди, которые заинтересованы в росте проекта. Проект уже упоминался и в Bloomberg, и в Observer, и Business Insider, и другие, Investing.com, то есть другие издательства. То есть проект широко достаточно освещается в прессе.
представлен как в Твиттере, Фейсбук, в Инстаграме, поэтому, соответственно, на Ютубе. Есть в Телеграме и других, то есть можно почитать, посмотреть, зайти, проверить и убедиться, что проект работает. Поэтому принимайте участие в этом проекте. Мы считаем, что я лично буду принимать участие, команда наша также в том числе. Я считаю, что этот проект действительно достоин внимания, и этот проект действительно имеет будущее, потому что одна из технологий – это совмещение как блокчейн-технологий, так и банковского дела. Всем всего наилучшего. Регистрируйтесь в проекте. Напомню, что регистрация проходит на проекте на сайте SpectraCoin. Ссылочку на проект сам и на место регистрации вы увидите в описании. Всем всего наилучшего. До новых встреч, ну и больших профитов.